Музыка и хорошая песня – великая сила, которая помогала русскому народу выжить в страшное время Великой Отечественной войны. Песни о родине, о встрече и разлуке, об утрате и надежде мотивировали людей на подвиг. Песня объединяла всех и поднимала боевой дух людей. Так, например, каждое военное утро Советского Союза по радио после гимна звучала песня-призыв «Священная война». В летописи Отечественной войны есть немало эпизодов, рассказывающих о героизме нашего народа, где музыка помогала сражаться. Давайте вместе с вами вспомним сегодня эти песни. Вспомним и тихонько подпоем. И пусть они станут для каждого из нас эхом памяти, оставленным для нас героями Великой Отечественной войны. Участники коллектива студии эстрадной песни «Ренессанс» исполнили популярные песни военных лет. Песни, которые в те трудные времена лечили морально и духовно, давали нашему народу жизненные силы. Звучали такие известные композиции, как «Синий платочек», «Темная ночь», «Тучи в голубом» и другие. Артисты так прониклись событиями и эмоциями военного времени, что искренне и непринужденно передавали свои чувства на сцене. Великолепные композиции не оставили никого равнодушным, а песни военной поры пели все вместе со зрительным залом. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.